Недавно у меня появилась идея сделать из маршрутки машину для убийств. Итак, я вышел на улицу и сделал парочку исходников. Из них я выбрал один, который сейчас я и буду обрабатывать. Начал я с того, что вырезал маршрутку из исходника обычным пентулом. Дальше я кинул несколько бэкграундов из интернета и применил на них маску. Используя кривые, я подогнал наше изображение по цветам. Тут я приступаю к прорисовке теней под маршруткой. Добавляю свет от фар. Для того, чтобы изображение не казалось плоским, я добавляю контурный свет на камешки на дороге. Тут я начинаю накладывать текстуру ржавого металла на нашу маршрутку. Используя деформацию, я загибаю текстуру металла. Тут я вырезаю стекло маршрутки для того, чтобы прорисовать интерьер самому. Ну и конечно, вместо стекла я тут вставляю решетку. Для начала делаю наброски интерьера. This a war zone, homie, say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's worth the clap, homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud, where the vision saw I clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord. Так, когда очертания интерьера завершены, я решил добавить сюда еще и трубу. Yes, I don't think I'll ever stop. Вместо боковых окон я тоже решил вставить решетки. Нашел исходник с очень классным бампером и вырезал его пентулом. Подгоняя бампер к нашей модели. На textures.com нашел декали ржавчины и начинаю добавлять их на нашу маршрутку. Естественно, все подгоняю по цветам, используя кривые, и выбираю насыщенность с помощью корректировочного слоя насыщенности. Тут я решил заполнить нашей текстурой желтую часть маршрутки. Затемняю весь интерьер. Добавляю частицы песка на наше изображение. You hold the strings without me knowing. Why do I?
И наконец-то приступаем к цветокоррекции. Тут я вспомнил, что у нас не ксеноновые фары, и добавил желтого цвета. Решил чуть-чуть увеличить тень вокруг маршрутки. Приступаю к прорисовке света на маршрутке. Сначала просто белой кистью я отвел участки, а потом еще используя корректировочный слой яркости. Тут мне показалось, что бампер слишком сильно выделяется. Тут я начал пробовать разные луты, в том числе и свои. Решил все-таки использовать свой стандартный лут, но чуть-чуть увести все цвета в зеленый. Для того, чтобы долго не искать исходники водителя, я просто взял, сфоткал себя с рулем и вырезал. Тут я решил еще чуть-чуть затемнить салон и вырезать трубу. Изображение завершено, но я еще решил добавить разных бликов на наш объектив. Ну и еще подубавить яркости у фар. Ну и как же без вылета фотошопа? Но несмотря на это, работа завершена.